Сегодня около полудня на кольцевой автодороге произошла жуткая авария. Женщина на Ситроене двигалась из Екатеринбурга в сторону Березовского и по непонятным причинам вылетела на середину проезжей части. Там столкнулась с грузовым автомобилем «Скания». Как отмечают очевидцы, сначала «Ситроен» задел бампер грузовика, после чего легковушку развернула и она ударилась корпусом о прицеп, а потом залетела под него. В результате ДТП погибли два мужчины. Пострадали также дети, мальчики 3 и 5 лет. Также доставлена в больницу женщина-водитель.